Ранее я уже как-то снимала ролик, не помню в каком году, про вот этот парк львов в Тайгане. Это снимали свои съемки Запашные, но не братья Запашные, а сестра Запашных. И потом я забыла про этот Тайган, а вот несколько дней назад попала вот на этот ролик. И тут говорится о том, что вожак Гамадрил хотел убить малыша. Но сотрудник Олег Зубков, он забрал его. Назвали Степкой. И вот этот Степка весь покоцанный, побитый, ссадинами. И вот такой вот вообще интересное животное. Мне так что-то понравилось, и я стала наблюдать за жизнью вот этого маленького гамадрила. Вот этот гамадрил будет жить у Ангелины. Вот такой хорошенький. Вот, сейчас покажу. Мордочка у него такая симпатичная. Сейчас. Вот полиция Тайгана. Так, это полиция Тайгана. Вот этот Олег Зубков, полиция Тайгана. Вот такая симпатичная мордашка будет жить с Ангелиной. Ангелина будет со своим мужем выхаживать вот этого маленького гамадрёнка. И я стала наблюдать часто, это был вот это муж Влад Ангелины, я не вижу ее, но вот у них дома вот такие клеточки, и там живут несколько обезьян, вот этих гамадрил, которых они выходили. И вот этого Степку тоже забрали. Вот они сейчас будут знакомить с другими животными, которые у них обитают. Вот он такой вот тут в доме. Так интересно. Я вообще люблю животных. Вот они открывают клетки, вольеры у них вот такие маленькие клеточки. И там обитают, значит, на ночь спят вот эти вот животные. Мартышки, гамадрилы, там разные попугаи есть. Кого они выходили, вот, и знакомят с этим малышом. А малыш такой весь побитый, кожа, кости, плохо кормила, наверное, вот эта мать этого гамадрёнка, хвост без шерсти, короче, голенький весь, вот, и мне что-то так понравилось, я часто смотрю и получаю удовольствие. Я люблю вообще животных. Вот они тут вот показывают, как этот Влад такой любимый, гамадрёнок ему нужно. кушает, как они играют с этим гамадрёнком, ухаживают за ним, вот купают его, кормят, воспитывают и знакомят с другими животными, чтобы они дружили и общались между собой. Вот так вот знакомит с другими животными. Вот. Очень интересно. Во-первых, и можно понаблюдать за этими животными, как они себя ведут, как они общаются между собой, как они общаются с людьми. Вот. Вот это как кушает первый раз. Вот такой симпатичный малыш. Вот. Как проявляет любовь к людям, взаимоотношения с людьми. Ну, так интересно, просто прелесть. Я получаю удовольствие, когда наблюдаю за тем, как они за этим малышом смотрят, и общение с другими
такими же гамадрилами, как они купают его, как они его кормят. Так интересно, как это животное ведет себя. Вот. Потом они показывают, какие посылочки им присылают, чтобы одеть их, накормить этих животных. Это же тоже трата денег, трата всего. Вот. Вот как они его кормят, этого Степашку. Вот он худенький такой, скелет. Вот как они его кормят. Ну, я получаю удовольствие, не знаю, как вы. Смотрите, это очень интересно. Во, как лопает малыш. И за обе щеки вот у него, видите, как. В зоопарке вы это не увидите, а тут вот смотрите, как интересно. Я получаю, например, удовольствие, когда наблюдаю за этими животными. Вот, а это вот как, вот как это очень, вообще очень интересно. Вот, очень интересно, как эти животные ведут себя. Вот, Степашка этот вот. Вот, первое движение Степашки, как Ангелина учила. Вот, Ангелина это хозяйка. Вот, как она смотрела, как он передвигается. Вот это первые движения этого маленького существа, который весь пораненный. Вот. Весь пораненный, а они его выхаживают, вот так пробуют, чтобы он шевелился. Показывают врачу, чтобы врач ветеринару, ветеринар должен еще посмотреть, прописать пилюли. Вот он такой вот худой-худой. Ужас какой. Кожа кости. Вообще ужасное существо. Вот. Бедное ужасное существо, которое не получало хорошего питания, осмотра. И еще вожак хотел убить это маленькое существо. Вот. А они его выходят, и будет хороший маленький гамадрил, вот. Кожа кости, это же ужас какой-то. Вот, это очень сложно выхаживать. Но интересно, я каждый день наблюдаю, смотрю, вот, как он осваивается, вот, не может шевелиться, не может подняться, вот, сил нет у него, потому что он мало кушал, кожа кости, вот, голова большая, а нет никаких сил двигаться. Вот так они его выхаживали. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я, например, получаю удовольствие. Я каждый день смотрю вот это вот вместо кино различного. Вот интересно, как животное развивается, как они общаются, как они смотрят за ним, как они ухаживают за этими животными, как они кормят этого вот этого маленького. Каждые 2 часа надо его кормить, чтобы он немножко пришел в себя. Это тоже очень сложно, но они вот занимаются этим животным, стараются его обогреть, потому что он голенький, вот ему холодно, но они за ним смотрят, кормят, обогревают, любят его. Вот. Это надо же, как за ребенком смотрят. Это здорово вообще, молодцы. Я получаю, например, удовольствие, как они вот показывают и снимают это, какие глазки у этого животного, такой умный взгляд у этого маленького ребенка гамадрил. Вот. Он уже повидал и хорошую сторону, и плохую сторону, но больше плохую сторону, потому что его мать плохо кормила, он голодал, а сейчас он будет под присмотром людей. И вот он кушает, потихоньку все кушает, ему сложно кушать, вот, но он кушает, потихоньку они его кормят. А какой он потом будет хорошенький, я уже увидела, но
А вы смотрите, можете с самого начала смотреть. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. Получите огромное удовольствие. Я дам ссылку на самый первый ролик, как появился вот этот Степашка.